Так, ну что, мы вам сейчас покажем. Это мы вам показывать не будем. Но тут этого очень много. Мины. Да, ну это к деньгам. Мы заработаем много денег и будем все их тратить на джип-джип-джур-джур. На джип-джип-тур-тур. Вот так вот. Надо такой новый слоган. Джип-джип-тур-тур. Так, смотрите. Вот вам облако как раз спустилось на Каменное море. А значит, там дальше... Нет, получается, Джур-Джур находится ниже и правее. Это такой вот водопад, который у нас вообще в Крыму не засыхает. И даже если вы приедете там летом, засушливый погоду, сухую, плюс 40, как у нас иногда бывает, то он все равно будет полноводный, и все равно там вода хорошая, чистая. Там 8 градусов, даже в жару. Даже в жару, да. Я на себе это испытала. Тебе советую. Спустимся. Ох, с тобой не туда спустишься. Так, ну смотрите. И под воду. И под воду, и над водой. А, слушай, мы с тобой и под водой, и над землей. Да. Вообще. У нас романтик полный. Так, давай походим, просто покажем. Так, смотрите по сторонам. Вертите, не забывайте камеры, потому что можно смотреть и вверх, а и вниз. А если в очках, то головой. Головой обязательно вертите, но не сильно, чтобы в обморок не упасть. А мы сейчас пройдемся и покажем вам, что тут за красота и за лепота. Ну, это из другого фильма, да? Это не из «Кавказской пленницы». Какие в «Кавказской пленнице» вообще такие первые? Ну, не первые, а устоявшиеся уже крылатые такие фразы. Их так много, и поэтому после этой экскурсии на джип-турах я приду и обязательно освежу в памяти. Mm-hmm. Это задание для наших гостей. Приезжайте и умничать. Да. Надо посмотреть. Ну, я хочу сказать, на любые вопросы ребята отвечают. Нет такого вопроса, по крайней мере, мы еще не придумали, чтобы поставить их в тупик. А мы это любим делать. А мы это любим делать. Очень женские вопросы. Да, но ребята тут же находятся, отвечают по существу, по факту. И очень нравится то, что мало того, да, сейчас привязка нашего тура идет к «Кавказской пленнице». Ну, мы уже проехали. Ты знаешь, ну да. Но они еще и историю рассказывают. Это... Как тут все, что есть? Господи, да что же это такое? Тут много коров. Тут еще конные прогулки. Но вот эти конные прогулки, конечно, портят впечатление своими отходами. Ну, ты знаешь, я могу сказать, кто что любит? Я люблю джипы. Ты что любишь? Я люблю просто находиться здесь. Я вам советую. Это джипы, туры. Наша замечательная команда. Да. И все.